И Путин намерен участвовать в съезде «Единой России» в очном формате. Видите, как разошелся дедушка, не боится теперь заразиться. Хотя, помните, там он посадил всех, кого он там награждал за километр, я не знаю, и так далее. Ну, здесь тоже, наверное, так же этих единороссов отсадят. Посмотрим. Очень это интересно. 19 июня в очном формате. Там будет, конечно, решаться, кто возглавит список. Можно делать ставки. Можно делать ставки. То есть вариантов всего несколько. Да. Может возглавить Путин, но они уже говорили, что навряд ли он возглавит. Я тоже думаю, что навряд ли. Почему? А зачем ему он такой великий, зачем ему, особенно после встречи теперь с Байденом, одна партия, он там всеми командует, да? Поэтому здесь вариантов несколько: Володин, Медведев. Они между собой, я так понимаю, никак не могут решить, кто там будет возглавлять. Сейчас там битва идет, почему Володин и просил Путина возглавить, чтобы это разрядить. Может быть, какая-то другая фигура компромиссная, чтобы, которая железно не пойдет по спискам. Мишустин, например, да? Возглавить для того, чтобы не пошел он по спискам. Ну, занялся бы, продолжал заниматься своей работой. Я имею в виду, в Думу, чтобы не пошел. Песков рассказал, почему он несколько дней не проводил брифинги, сказал, что приболел. Жаль, не сдох. А что не сдох, надо спросить. Жаль. И в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса. Видите, и при этом в Госдуме сняли с голосования поправки о вакцинации. Что это за поправки о вакцинации? Это связанный с обязательной вакцинацией. То есть там нет слова добровольность. Поэтому сняли. Ну, не знаю, это так говорят, что поэтому. Я думаю, что осенью они готовы голосовать. Я думаю, они осенью как раз и проголосуют за обязательную вакцинацию. Почему сейчас обязательную не приняли, вы же понимаете. Впереди выборы. Шухер, может быть. Нахера им шухер? Они проведут выборы и примут это. И им сейчас не принципиально. Предложили расширить ряд причин для отказа в лицензии на оружие в Госдуме. Сейчас они все будут выдумывать, какие причины, чтобы оружие не давать. Мишустин призвал молодежь изучать историю. Это да, если историю молодежь изучит, то Мишустина вместе с Путиным на кол сразу посадят. Поэтому я согласен, надо изучать. Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа. Можете себе представить, вот нет ни одной программы, которая бы не провалилась. И если они не заявляют о какой-то программе, да, то это не значит, что она как-то работает. Все провалилось абсолютно. Вот программа развития Северного Кавказа. Ну, не знаю, Кадырова развили нормально. Центробанк пообещал закручивать гайки из замутных продуктов для инвесторов. Набиуллина ринулась в бой. Я так понимаю, что сейчас мы увидим много интересного. То есть сейчас будут опять поднимать ставку. Опять сейчас будут забирать банки. Ну, потому что деньги кончаются. Ну, и опять будут устраивать всякие спекуляции для того, что для поддержки рубля. На самом деле, для набивания своих карманов. Набиуллина призвала не превращать банковскую тайну в решето. Хорошо, да, то есть можно раздавать всем информацию, кроме тех государств и так далее, банковской системы тех государств, которые у них вошли в перечень. Это вот не делать решетом. Народ что-то песни поет. Марсельезу поют. Очень часто поют Марсельезу и, как ни странно, Интернационал. Да, огромное количество работающих людей, особенно те, кто работают физически, то есть коренные французы, если они работают физически, то у них такое коммунистическое представление о мире, и они очень часто на своих праздниках
особенно если этот праздник спряжен еще с какой-то деятельностью, да, они поют интернационал. Ну, Васильев-то всегда.